Всем привет! Сегодня мы делаем очередное испытание. Вот производителя Лавр, который нам прислали много химии всяких. Вот у Наиля Мухамедовича будем испытывать на его машине. Дело в том, что у него сегодня оттепель, завтра будет мороз. Он сразу обещали. Обещали, по прогнозу, да. И он жалуется, говорит, я утром прихожу, все, я в машину не могу попасть. То есть у него резинки. Примерзание уплотнителей к дверному проему. Вот, согласно инструкции, приступаем к этому делу. Вот такая штучка, вот нам прислали. Все согласно инструкции. Протираем насухо. Наносим на губку и протираем. А завтра я сниму и покажу. Да, вам. Мы снимем результат, что у нас получилось, как это работает. Утром приду на стоянку. Погода сегодня плюсовая. Да, у нас плюс один. Тряпочка с микрофиброй, она хорошо впитывает все. Все сухо. Нам нами написали, что при оттепели, то есть как раз идет самое большое накопление. Вот какая красивая, беленькая, прозрачная. 100% силикон, да? Да, 100% силикон. Сто процентов только титки бывает. Ну, так пишет. Вот сразу блеск появляется. Ну, кстати, видно, покрытие видно, а расход довольно экономный. Прям буквально несколько капелек. Так. Прям все заблестело. Это здорово. И внутренний протираем. Время-то идет, люди ждут. Я понял, а то некогда все время, некогда. Да ну некогда и морозов-то не было, Мухамедович. Нам же важен результат именно этого средства по морозу. Все натерто. Так, вторую дверь-то нет смысла снимать? Нет смысла снимать, вот там, да. Дай бог, морозчики ударят, и мы сразу же проверим результат этой работы. Все, времени занимает недолго. Так, Вань, завтра темно будет, значит, мы его здесь протестируем, покажем людям. Да. Или если будет, я просто только поверить на честность. Ну конечно, нет. Мы показали, как это делается, а результат ты уж скажешь на словах. Понятно. Все, вторую дверь уже обработаем. Да, это сами. Без фильма. Итак, мужики. И также все с четырьмя дверями делаем. Вот видите, как я снизу на Ивана Федоровича. Он расход очень экономичный. Классно. Мужики, вот вчера мы начали ролик с Иваном Федоровичем о тестировании, значит, силиконовой смазки, уплотнителей дверей, значит, фирмы Лавр.
челябинская фирма. Вот я вчера был у нас плюс 3, все текло, все изменялось, а сегодня у нас минус 6. И вот как раз хороший такой момент, все замерзло. Вот. И сейчас мы с вами посмотрим, как открываются двери. Ребята, это надо выполнять, попросили это. Фирма попросила помочь. Ну что, мы помогаем. Не знаю, может потом облагодарят как-нибудь, интересно. Не знаю, посмотрим. Ну, я так понял, вот есть силиконовая, значит, смазка, которая используется у нас в производствах, скажем, в литейных производствах. Там она в баллонах. Вот. Распыливается. Может быть, это точно такая же. Это облил резинкой. Вон, видите, даже замерзло все. Вот сейчас посмотрим, как открывается. Пока я чищу. Заметьте, я не грею машину, я только чищу. Грею вообще, никогда не грею. Смотрите. Вот открываю дверь. Мужики, вот 4 дня назад у меня... Я их не открывал, ребята. Вот, видите. 4 дня назад они у меня настолько сильно прилиплись, что уплотнители отлетели. Вот здесь. Никаких вопросов нет. Все, уплотнители все сухенькие. Еще силикон на них остался. Вот, пожалуйста. Никаких вопросов нет. Работает изделие, наверное. Так надо констатировать. Вот сейчас мы закончим ролик. Вот я на новой стоянке. Там он мой дом. Перебрался сюда. Все смешно, конечно. Имел 4 гаража когда-то. 9 машин. Ну, просто друг за другом. И никогда в жизни в гараже не стояла машина. Всегда на стоянке. Зачем я их держал, не знаю. Всем до свидания. До новых встреч. С вами Наиль Порошин.